Основные причины аварий на дорогах области – это погодные условия и непредоставление преимущества. С начала 2015 года только в Мончегорске из-за этого было совершено 97 ДТП. В последнем случае водитель «Шевроле», совершая обгон, выехал на встречку и протаранил «Ладу» 15-й модели. К счастью, обошлось без жертв. На автоподъезде к Мончегорску водитель «Шевроле» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 15-й модели, который начал совершать поворот налево. В результате ДТП никто не пострадал.